Еще одна небольшая ремарка, наверное, которая очень многих интересует. Почему? Потому что, ну, когда Владимир Владимирович меня назначил, ну, мы все прекрасно понимаем, что сегодня интернет-пространство, оно доступно везде. Так вот, чтобы с первых уст услышали, Иронаум барен, Иронау кашин фашин мазурен. Без переводчика и без словаря. Я, уважаемые друзья, готов к работе со всеми теми, кто хочет процветания своей республики, независимо от национальности и вероисповедания. К работе готов, буду рад и надеюсь на вашу помощь.